5 мая. Тьфу, в смысле 3. Сегодня вылетаю в Казань на чемпионат России по марафону. Но сначала надо побегать. Погода просто кайф. Кайфовейшая погода. Снег идет какой-то сумасшедший. И очень холодно. Надеюсь, что в Казани с прогнозом не обманули. И будет реально тепло. О, как запотело. Тренировка. Не нужно, да, протереть вот здесь вот пальцем? Тренировка просто... А слышит, не способна. Просто крэмп какой-то. Я настолько херово бежалось, я даже не смог ускориться несчастные 8 раз. Все, пакую чемодан и... С Мзунга драйвером. Что я больше всего люблю в своем аккаунте, это мои подписчики. Вот нашлись мимосики, которые забрали меня из аэропорта и сейчас повезут. Просто благословляю этих людей. Что мы делаем первым, в первую очередь? В первую очередь я смотрю бриллиантовую лигу в Дохе. Наш крю. Вот это вот. Антошка, покажи свою зверь машину. Какой? Вот это? Вот это вот? Либо сейчас. Выдвинь объектив, чтобы максимально всю боевую мощь. Во, вот это в порядке девайс. Сколько весит эта базука? Килограмма 4, мне кажется. Сколько, расскажи, какой маршрут на завтра мы наметили? 13 километров. 13 километров. Но я с ней не побегу. Степа, покажи пресс. Вот это нуар, вот это кубики, вот это кубики. О, жарко стало. Я вот этих вот людей пофоткаю, которые фоткают. Стёп, не надоело тебе вся эта клоунада? Попроси меня сфоткать тебя с ними. Сфоткай меня, пожалуйста, с ребятами этими. Давай, я тебя сфоткаю. Давай, запрыгивай туда. Запрыгивай туда. Давай. Наконец-то. Скажите, как вы успели не снять лидера женщин на первой отметке, когда они идут в группе, вот эти самые красивые, сочные фотографии? Сочные, мощные. Потому что мы облажались. В чем причина, расскажите? Неужто вы забыли, что толпа людей не пропустит вас к велосипедам? Перекинули велосипеды на другую сторону, а потом поняли, что там толпа людей. Ужасное начало дня. Короче, стоим. Какая это отметка? 8. 8 км. Ждем, когда прибегут мужики. А они что-то пока не бегут. Долго слишком. Слишком медленно. Девчонки бы уже черебас ёбнул. А там вон Казань. Очень красиво. Очень красиво, а там ЗАГС. Мы там вчера были. Здравствуйте! Надеюсь, я не упаду. А у вас есть права вообще на это транспортное средство? Да, конечно. Категория Я.
я в категории йоу, мне кажется, больше. Так, в каком пейсе ребята бегут? Я не знаю, у меня часы не включены даже. У меня часы разряжены даже. Думаю, пейс где-то 3.08, по-моему. Потому что Искандера 3.12. Так, пункт питания. Берешь водичку? Да, думаю. Баночку возьми, я тоже. Марафон, те, когда бьют дистанцию. Ну, я их, конечно, понимаю, потому что они бегут, потеют, а мы тут едем и... А мы в бала ебем. Да, я хотел сказать как-то попроще, но Костян снял просто все загадки. У меня без цензуры блог просто, здесь можно матом ругаться. Искандер меня в жопу послал, а Степа Костяна... Ну, а Степа просто гавкнул на меня, потому что я какую-то хуйню сделал. Будешь банан? Главный трюк этой недели. Антон кормит меня бананом на ходу. Я на самокате, Костян на... Да, я не могу снять самокат просто. Ага. Не, подожди, целоваться мы не будем. Он... Очень вкусно! Только банан не успел и попался! Маленькую, маленькую за ваше здоровье. За успех мероприятия. Давай, не закусывая. Нет, все-таки надо закусить, давай. Вон там закусочка дальше. Нет, у меня апельсинчик цитрусовый, говорят, хорошо, лучше расщепляют эти аминокислоты. Ну, Контест. Контент? Кто больше сможет засунуть себе в рот? Со шкурками. Со шкуркой? Даюсь, ты победил, мой господин. На бананы сыграем? Без кожуры. Как руки помыть? Водичкой надо. Пойди на руки. Всё, останавливаюсь. Сейчас парни будут выбегать на мост Миллениум, один из самых тяжелых участков пути, потому что там стоит Антошка. Степан, давай. Догоним их. Бросились в погоню с Антошкой. Что-то давай. На самокат не едет. Выжми максимум из этой малышки. Перед ним бежит Юрий Чечун. А, Чечун? Да, это Юр Чечун бежит. Ну, я думал. В майке Гри, ну, ты знаешь этого парня, ты с ним очень много времени вместе прожил. Да, и молодец. И справа от него Андрей Лейман бежит. Лейман, Чечун, Алексеев и Киселев. Да. Go, Victor in the house, bounce. Already know what I'm about. The flow sounds sick over Dre drums. Nigga, I ain't stupid, I see that. Then my dope come quicker. Whoa, shorty lips is hypnotic, smooth. She's so erotic, go watch, I'm the bounce that ass girl. I get it corp in here, I make it jump in here. Front in here, wolf thump in here. Oh, на дороге. Ну, Искандер отстающую группу ведет, где-то метров 300 отстает. Остальная 20 вся за ним. Сейчас.
Здравствуйте. Болеть пришли? Да. За кого болеете? За Регину Рахимову. За Регину Рахимову? Да. Блин, я такой не знаю. Кто из этой пачки сейчас выиграет? Давай, выбирай. Смотри, вот сейчас бежит. Красавчик. Кто выиграет из этого? В оранжевой футболке. В оранжевой футболке. 15. Я тоже этого парня, кстати, не знаю. Сине-бело-голубые. Питер, Валя Смирнов. Кто такой Валя Смирнов? Он Питер. Валя Смирнов откуда? Из Питера. Не, по-честному. Честно. Это бегун. Полторы тысячи метров бегает. А, господи, мы ничего не знаем. Полтора метра и мы пробежим. Я даже проползу полтора метра. Михаил Исакович, как дела обстоят? Отлично все. Все в порядке? Как Искандер себя чувствует? Все хорошо. Все хорошо? Я думаю, что хорошо. Так, все запитался, все съел. Я на него надеюсь, что он будет еще. Нормально, там отрыв. Ну, отрыв сейчас... минуту, наверное, да? Минута, да, где-то. Подъем нормально прошел. Ну, я не знаю, вообще он изначально хотел держаться. Меня ж беспокоит, что он сразу отстал. Ну, видимо, решил. А как по движениям, как со стороны? Порядок? Ну, более-менее, трудно сказать. Затрудняюсь. Ну, немножко тяжеловато. Если бы было легко, он бы бежал с ним. Ну, ладно. Со старта, я думаю. Ждем, как выгребут с набережной. Вот это, посмотри. Вот эта малышка, она трансляцию ведет. Она что там сейчас? О! Смотрим трансляцию. Не, там не я за показывают. Нормально все, Антон. А нет, Антошка, там тебя показывают. Трансляцию марафон что, вообще не показывает? У нас даже уже принимают ставки на этой, на лиге ставок. Покажут ли сегодня марафон мужской? По 3:36 я сделал этот сучий полумарафон. Блять, ты еще нихуя не сделал. Всем хуй, кто в меня не верил. Я тебя сейчас обгоню. Полумарафон! Влево! С рюкзаком и камерой, блядь! Отполоскал типичного бегуна! Так, Юрий Михайлович, ваше мнение, кто сегодня выиграет марафон? Я думаю, что выиграет сильнейший. Сделайте, пожалуйста, вот эти вот фразы мы слышим постоянно. Сделайте, пожалуйста, какой-нибудь нормальный, такой мощный прогноз. Вот. То есть, ты понимаешь, prediction. Prediction. Опа. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут? Да. Это мой предикшн. Ничего не видно. О, видно. Питер! Ну, будем надеяться, что, еще раз повторю, выиграет сильнейший. Хорошо. Валя Смирнов! Из девчонок явный претендент это Сардана Трофим. Айкал! Пять! Прокопьев, в принципе, они сейчас бегут тройки лидеров. Вот мимо нас. Ира ведет. Ира ведет. А у ребят, я думаю, что борьба будет основная. Ну, между Степаном Киселевым, понятно, но ты, ну... Коля Волков! Мы не отдам им всем просраться. Степа, хорошо, Степа, молодец, Степа! Давай, Степа! Опа-на! Вот это сюрприз! Кто тут у нас? Это, девчонки, кто черепас выиграл? Черепас? Можете попалить результаты? Там черепас еще был. Юж, что, как ощущения? Кайфово там в машине? Хорошо там в машине едется? Только дверь не открывай. Мишка, ну что ж ты так?
The flow sounds sick over Dre drums. Nigga, I ain't stupid, I see that. Then my dough come quicker. Whoa, shorty lips is hypnotic, smooth. So radical, watch, I'm the bounce that ass, girl. I get it crump in here, I make it jump in here. Front in here, we'll thump in here. Oh, короче, это My Brothers. My Brothers. Пидерянуник. Сейчас будем болеть, Сардана, Сардана, Сардана. Просто болеть. Вы специально из Якутска приехали за Сарданой? Конечно, приехали. Вот, за 8 километров. Випы. За 8 тысяч километров прилетели. 8 тысяч километров. 8 тысяч километров. 6 тысяч до Москвы и до сюда. А билеты за сколько купили? Ну, билеты это секрет. Ну, это, видишь, это випы. Это коммерческая тайна уже. Випы на чартерном рейсе прилетели. Победим. Люблю их, люблю их. Киселёва подошла уже. Нормас. Да, не, это она Сергеевой. Сергеева уже первая шла, да? Да. Она уже туда зашла. Хорошо. Все. Победа. Да, победа. Хорошо, хорошо. Ух, Сардана, сестренка моя любимая. Сначала ты стоишь только на финише и думаешь, ну ты один нормально справляешься. Потом у тебя. Потом ты начинаешь возить с собой фотографа. Думаешь, так, ну ладно. А потом ты понимаешь, что мужики и женщины в разное время едут, и как бы у тебя уже такой мисс получается. Мисс. И ты думаешь, не усыновить ли Антошку? Можно с вами сфоткать? Блогеры сумасшедшие. Тюмень. Давай, залазь сюда. Тюмень. Главное для мужчины — это красота. Мы сейчас в очередной раз в этом убедились. Там какой-то дядя сказал, что мы красивые. Сердечко покажи еще. Сердечко. Запахло финишем. Ну чё, как там? Ну, Стёпа догоняет. Собрать дом. Если бы девочка моя, говорят, что водопад по фэншую — это символ падения энергии. Ну, скажи, что ты готов сделать. Зайду туда. Он зайдет в него. Походи. Как вообще это, Рамадан, тебе тяжело держится? Ну так, знаешь. Свинины все время терпимо. Мертвечина. И на него покажи мертвечина. Ну что, вкусно тебе? Давай, ты мой хороший. Мама. Какие слова ты выучила на татарском за эти дни, проведенные в Казани? Эй-е. Так, это понятно. Рахмани тагис. Так. Баба. Вава. Вава? Бахэмэ. Все понятно. Ты такой полиглот сомнительный оказался. Как счастье это будет? Бахетле. Ну понятно, это магазин, куда ты ходил кушать. А, да? Азык-тулек. Азык-тулек? Как переводится азык-тулек? Денег дай. Ясно. Голубое озеро. Голубое озеро. Голубей не бывает. Красивая красота. Давай, за сотку прыгну. Вот тебе, ни в чем себе не отказывай. Держите. Че, да? Сдачи, что ли? Сдачи.
Да, целовать не буду. Вкусненько? Я прыгнул вот туда прям, я ж не убьюсь. Ну, у тебя может быть шок какой-нибудь болевой. Я прыгну. Тебе лишь бы прыгнуть. Я не зайду, я только прыгну. Три, два, один. Есть твою медь. О! Ну что, как тебе? Что-то у меня ног не чувствует. Потряхивает немножко. Как я уже и говорил, одна из главных движущих сил кросса – это его подписчики. Вот. И когда стало известно, что я остаюсь на стройке в Казани работать, потому что прораб с паспортом уехал, Сёма сразу вызвался и пришел ко мне на помощь. Семён, скажи честно, под запись на камеру. Паспорт не отдам. Я храпел сегодня? А, нет. Сегодня нет. Сегодня нет? Я не знаю. Я сплю на слишком... Нет. Повезло человеку, потому что вот многие на его... Многие на его месте ответили бы иначе.